Здравствуйте, меня зовут Дима Дизи, это кальянный лаунж-бар, и сегодня мы будем делать кальян на дарксайде, на классической глиняной чаше, чтобы покурить его полегче на замечательном кальяне крафт. Итак, приступаем. Для начала мы нагреваем угли, ставим их на плитку и начинаем делать чашку. Берем табак, закладываем его приблизительно с отступом 2 мм от края бортика. Затем мы подготавливаем фольгу. Делаем ее в 4 слоя, натягиваем ее на чашу и пробиваем дырочки. После этого всего мы дождались наши угли, ставим их на чашку, 4 штуки, и прогреваем в течение где-то пары минут. Смотрим по выдуваемому по дыму, как он выдувается у нас, и за счет этого мы определяем, готов кальян для курения или нет. Растягивать мы его просто так стоять не будем. Отлично, наш кальян готов, он дымит, все супер. С вами был Дизи, всем пока.